Привет-привет, с Димой по пятницам на Paperboy. Простите, прошлую неделю я не смог сделать видео по той причине, что я женился в субботу, прошлую субботу. А тема на этой неделе — это, апдейт жизни. Сегодня, к сожалению, без заставки, потому что я нахожусь на моем медовом месяце на Тенерифе, на какой-то огромной горе в лесу. Я нашел тень. И минутку для съемки этого видео. Итак, что же у меня нового в жизни? Ну, как я уже сказал, я женился. Но. Да, я счастлив. И я теперь в медовом месяце. Ну, не месяц, 3 недели. Вот. А еще что у меня нового? Да не знаю. На самом деле, больше особо ничего нового. Я, как вам возможно известно, что касается моей трансгендерности, 3 года и примерно месяц на тестостероне. Я сделал мастектомию, а больше никаких операций я не сделал пока. Планирую об этом немножко больше на моем собственном канале. Вот. А так у меня все хорошо, я никаких не испытываю проблем или неудобств в связи с заместительной гормонотерапией и с моей жизнью в целом. Я просто счастлив. Мои родители были на моей свадьбе. Некоторые родственники моей жены были на нашей свадьбе. И это было офигенно. Они нас принимают. Все просто офигенно. Жизнь прекрасна. Спасибо за внимание и до следующего раза. Снова из отпуска. Как и через один раз тоже. Пока.